Да ладно! Да ладно! Всем привет, дорогие друзья мои, подруги, с вами, как всегда, Алекс и самый лучший динамический режим ДМЗ. Что мне надо сделать? Помочь союзнику завершить операции, поэтому пойдем с союзниками, с какими-то челиками в отряде, вот, и поможем, если они что-то будут, войти в комплекс. И первое у меня на повестке дня — это поискать Василиски, идем Zero to Hero, оружие у нас... В принципе, имеется, и идем на Альмазер, потому что Вондел я весь перерыл, наверное, весь, абсолютно весь перерыл, и даже полицейский участок, там золотой дробовик есть, вот, кто не знает, абсолютно перерыл в поисках того самого Василиска, это пистолет с барабанными патронами, но, увы, наверное, забыли добавить его туда. Куда-нибудь хотя бы куда-нибудь в полицейский участок, его там попросту нету. Поэтому Zero to Hero, погнали, погнали на Альмазер. Мы там почти не были, вроде как пару раз я заходил, выполнил квест «Спасти заложника» и все. Возможно, и здесь есть какие-то изменения, все-таки четвертый сезон уже. Добро пожаловать в Альмазер. Вот, еще было бы неплохо спуститься в Кощей комплекс, а также сейчас найти оружие у нас. Вот, мы недалеко, кстати, от полицейских участков. Я бы пошел бы сюда на самом деле. Вот, но для начала подобрал бы оружие, как я давно не играл на Альмазер Сити. Понял, ты тут, да? Ладно. Я здесь. Соберем что-нибудь. Дымовая граната, спиртное, пластиночка. О, а что-то там у нас друг убежал вообще куда-то. Без оружия сложно начинать, с оружием гораздо проще, конечно, но... Это мой ящик, вот. Да, я ему выкину. Вот, чувак. Вот, чувак. Он на их стреляет. Ультра-1, ваш отряд разделился. Рекомендую держаться вместе. Пистолет-саморез. Ох, я понял, он его в карман положил. Ладно, пошли. Помогите союзнику. О. Ну, давай припасы уничтожим. В принципе, там, может быть, и челики возле полицейского участка заспаунились. Я здесь недалеко вроде. Вот, где бы Василиск искать, только непонятно. Вот здесь вот можно хорошо прошарить еще. Будет по поводу броньки, по поводу всех этих вкусных дел. Да-да-да, сейчас. Сейчас, ребята, сейчас я приеду. И вы здесь, да? Ух ты, как отскочил, а? Ну, кто-то эвакуируется уже, я понял. Обрадовался, что саморез я нашел. А некуда прыгать здесь. Ой, зачем мне с ними воевать? Если можно вот так сделать. Ну, тебя извини. Тебя придется прикончить. Кто там еще? Ну, зашибись. Ну, зашибись, я так и знал. Заряд заложен. Оцепляйте периметр или идите к следующей цели. Консоль мне не надо. Я так и знал. Я только буду, думаю, сейчас делать херню эту. Противогаз хоть какой. Они сейчас кинут или придут. Так всегда. Вот это мы продадим. Все, поехали отсюда. Где машина моя? Я надеюсь, тебя не зацепит. Вот, здесь можно всякое поискать. Смотри, бот идет.
вот здесь, вот в этих вот тайничках поискать. Здесь, в принципе, и магазин был вроде когда-то. Ой, бота какого-то бахнули. Так, аптечка. Аптечка мне не надо. Средний рюкзак. Пожалуй, возьму. Так, ну что, поехали, рискнем на полицейский участок, что ли. Денег у меня все равно на броньку 2200 как бы не хватит. Здесь, я думаю, тоже. Вот там есть полицейский участок, возле него здесь есть ларьки. Ну, точнее, академия это, или что это, цитадель. Здесь есть вот эти вот ларьки, в ларьках я находил. А здесь боты даже живые. Во, здесь тактическая камера, видишь. В прошлый раз я все обыскивал. Их просто не было. Перезарядимся. Ключ от служебного помещения бутика. Я не думаю, что он мне надо. Неужели этого пистолета здесь не будет? С4... Фотография какая-то. Это все по квесту. Фотографии эти. Световая граната. Да ёлы-палы. Нету, представляешь? Аккумулятор, зажигалка. Все такое для крафта. Ну чё, ладно. Пойдем в это здание. А потом пойдем туда. Полицейскую, что ли. Где? О, я слышу кого-то. Вот она. Вон они. Там боты стоят, да? Ага, вижу. Уезжает. Так, пойдем посмотрим, что он тут делал. Его-то подкрыть можно было, наверное. Там какая-то перестрелка началась. Не, ничего не открыл он. Ящиков полно здесь. Ну, как тихонько он, да, закрался сюда. Я его и не видел. Здесь где-то искать надо. Ключа нету этого, понимаешь? Блин. О, какое задание я выполнил. Какое задание я выполнил? Нашумел я здесь. Где тут щитовик этот? Испугал меня, вообще пришел. На тебя термит потратил. 50-ка. 50-ка у него. Но это не тот, что мне нужен. Абсолютно все заперто, да, и видно по ящикам, что он не ходил туда. Я не знаю, что он тут сидел. А, во. Еще здесь есть. Нет, здесь нету. Здесь мертвая тишь, всякая херня, которая нахер не надо. Аптечка. Вот он здесь лутался, наверное. Ультра, внимание. Мы да. Бронированную цель с оружейным ящиком. Отмечаю ее на тактической карте. Сумка. Короче, я не знаю, что искать здесь. М4. Дымовая граната. Что здесь? Он облазил. Все получается здесь. Вроде как и направо пошел, а нет. И нет.
И этот даже ящик он не открывал. Где искать Василиск, непонятно. Его очень мало, как бы. Ну, пошли в этих сарайчиках, посмотрим. Да ладно! Да ладно! Да ладно! Теперь боты надо. Быстро найти ботов. Я не вижу ни одного бота. А, вижу. Одного. В броне. Это какие-то злые боты стоят. Здесь стояли. Над нами их ППЛА. Ультра-1, там идет подкрепление противника. Какое ППЛА? Активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Че, два бота только? О, не, вон приехали. Но то бронированное, наверное. А мне какие надо? 2 из 9, да. Сюда идите. Подойдут они, как ты думаешь, на байт этот? Ну чё, они застряли там? Блин, они стали и ждут просто. Мне надо в голову убить их, получается. Они еще дальше стали или что? Не дергайся так. Перезарядка. Ляж, пожалуйста. Ляж, ляж. Он опять встал. Блядь. Ляж вот так. А я не вижу вас из-за куста. Я нашел ботов. Представляешь, сколько мне? 6 из 9. Еще надо. Где они могут быть? Вот здесь могут быть, да? За мостом этим, но это не мост. Да ветер усиливается, то понятное дело, но мне надо 2 бота. Срочно, почему-то очень мало здесь. Не знаю, возможно, все на Вондале. Мало топлива, бля, но приехали. Здесь что, тоже нет ботов? И в Кощей пойти еще. Давай, давай, ты сможешь. Короче, ну тебя нахер. Где ботинки все? О! Один. А, задание выполнено. Я что-то думал, мне один остался. Давай проверим. Так, задание. Василиск, все. Выполнено. Теперь мне надо поискать машину. Поблизости где-то. Где поблизости машина есть? Вот это самое близкое получается, да? О, вон они. Да где вы были, когда нужны были мне? Вот, поехали в Кощей, таблетки от радиации есть у меня одни. Вот, тут кто-то что-то захватывает контейнер.
наверное. Я попробую до Кощея добраться. Ага, вон машина едет. Здесь боты, здесь цитадель захватывают игроки. Ух ты, бля. Ух ты! Да ладно. Я уверен, ты можешь. Давай. Я переоценил машинку, наверное. Вот, попробуем в Кощей добраться, чтобы квест сделать. Эх! Машина, конечно, ураган, бля. Но вот эти вверху заносы ее, конечно, непонятные. Это такое дело. Так, вот здесь мы протиснемся. Все, я нашел Василис здесь. Ёлы-палы, я безумно рад. Опа, откинуло меня как-то. Что происходит тут? Говно, а не машина. Еще и сигнализация включила, слышь. ЕБР. Ну, могли бы что-то положить повкуснее уже, а? Чем ЕБР? Лашечку возьмем. Не, в этих, видишь, нету. Мне просто повезло. Вот в тех домиках... В тех домиках именно повезло с этим квестом, с Василиском. Просто повезло. Ну и все, в Кощей войдем. И как бы отлично. Так, в Кощей я еще не входил. Zero to Hero, значит, с РПК. И вот с этой херней. И почти у меня нет патронов. Вот, через радиацию. Через радиацию зашел. Так, а где отчет? Подожди. Я стою, жду, как идиот, отчета этого. Да ладно. Да ладно. Портануло. Отвертка. Отвертка не надо. На носорога не пойдем. Мне что там делать? Так, что-то я пополнил. Ящик с боеприпасами есть. Газовая граната. Дымовая граната. В принципе, ни то, ни другое, наверное, здесь не спасет. А вот газик я еще один возьму. И лампочка не нужна. Мне бы патронов еще, кстати. Записка. Так, тут кнопка отсюда. Я же нажал. Да, я нажал. Сейчас откроем закрытые бункеры, возьмем золотой газик. Вот, таблетки есть, в принципе, нормально. Так, что здесь у нас? Золотой газик возьмем. О, золотой сразу портится. Вот эта дверь была поломана. Это поломано. Эту я закрыл. Самореза у нас только пистолет. Давай эту откроем. Проверим все. Проверим все, что здесь есть. А что здесь есть? А у нас здесь есть формальдегид. Кстати, тоже по квестам, походу. Мертвая тишь. Электрошокер. Электрошокер... Возьмем Сентекс. Сентекс возьмем вообще в руки. У меня нет нихера. Представляешь? Вот, ни патронов, ничего. Так, все. В той камере, значит, ничего нету интересного. Пойдем отсюда. Возможно, рожок еще вынесем. Потому что я постоянно его дарил кому-то. Ну, вот этого Рубидия. Хотя, нахер он мне надо. Мне с ним играть очень-очень так. Знаешь, что надо сделать? Надо сделать вот так. Очки-то нам понадобятся. Хотя и дальше есть, наверное, во. Пополнить. Взять очки. А это поставить вот сюда, саморез. Вот так. Вот так сделаем. Здесь патроны. Большой рюкзак. Конечно, поменяю. Нихера себе. И патрончики возьму еще. Отлично, отлично. Пусть средний лежит здесь. Так, вот тут ребята уже посерьезней. Так, взрывотехник не надо нам. Ялоу, ялоу, я вас не вижу.
Так, какая закрыта? Вот та закрыта. Хорошо, подожду здесь пока, чтобы не тратить газик. Я же на кнопку нажал, а в принципе, чё мне? Пойдем. Вот такой газик поставлю. И вот это все закрыть надо. Или давай сразу зайдем сюда, все обчистим, осмотрим. Вот, здесь еще есть саморез, канистры какие-то по квесту. Возможно, надо будет пластиночка. Пластиночка вместо газика испорченного. А теперь оденем вот этот. Вот, нормально. Ключика здесь нету, потому что ключик только в закрытых дверях есть. Вот, только в закрытых. Эту мы закрываем. Получается, эту мы проверили. Закрываем вот так. Газик испортится, ничего страшного, есть еще один. И напоследок есть еще вот такой вот газик. Вот, вот эту вот надо будет открыть нам. Так, о, газ закончился. А я эту даже не закрывал. А что здесь интересного есть? Так, вижу, отвертка есть. Канистра, метательный нож, пластиночка. Пластиночки возьму. Патрончики такие, патрончики не надо. Ключика здесь нету, но что ключик в закрытой всегда. Вот, то есть закрытая была вот та, ее надо открыть будет. Эту можно закрывать. Ну, в принципе, нахер надо, ладно, закроем. Рубиди еще найти бы где-то, но рубиди, по-моему, в третьем бункере. Я уже не помню, откуда я выносил. Еще таблетостик от радиации, слушай. Да это вообще шикарно. Давай вот эту откроем, проверим. И последнюю. По крайней мере, подлутаемся. Противогазики есть еще здесь. Их хватает. Я не помню, что я здесь был. Здесь еще саморез есть. Здесь плашечка есть. Ради этих плашечек, честно говоря, стоило. Так, комиксы мне не нужны. Вот. Поставь, пожалуйста, да, вот этот поставь. Вот, у меня столько таблетосов от радиации. Саморез еще один можно взять. В общем... Налутаться, чтобы потом откиснуть и сдохнуть, короче, и все выкинуть, понимаешь? Почему? Надо же Zero to Hero. Так, и еще золотой противогаз есть. Сейчас этот закончится, запищит оно, я возьму. Вот, не надо одевать его. У нас все четко, все хорошо. Вот здесь вот, по-моему, ключик лежит. Да, потому что это закрыто было, ее надо открыть, и газа не будет. Вот. Не надо мне никакое подкрепление. Так, что здесь? Деньги. Активная защита. Ключик аккуратно, а может в текстурах прямо лежать. А вот он подсвечивается. Ключ. Так, и... Ну вот, один ключ взяли. Хотя я не собираюсь идти туда, да? Но пусть будут эти ключи. Здесь что у нас? Зажигалка. Все, больше ничего нету. Значит, рубиди у нас лежит где-то в этом. Вазнев. Вазнев не надо нам, мы пройти ж можем уже. Вот она, третья. Самая плачевная. Так, бронежилет на две пластины, еще очки, спасибо. Спасибо, куча канистр всяких по квестам. Но давай посмотрим, а квест мы... Да, добыть Василиск, помогите, мы тоже сделали. Войдите в Кощей комплекс, исследуйте химический завод. Эвакуируйтесь. Интересно, где химический завод у меня в Кощей комплексе, я что-то не помню. Что значит, что они имеют в виду под химическим заводом? Здесь пулемет. И чувак, который взрывает. Опа, нормально взорвал его, да? Так, пулемет остался. Противогаз есть. Броня есть. А мне пулемет нужен. Демонтаж. Все, сделали демонтаж.
Мы сделали демонтаж. Вот здесь как раз таблетки. Так, вот это закрыто. Вот, то есть надо запомнить. Она закрыта. Так, подожди, давай таблеточки. Пахнем. За ваше здоровье. Исследуем эти все теперь. Сумочки, все исследуем прямо. Прямо по жести исследуем. Чё ты здесь прячешься? Вот что здесь делать, ты скажи. Так, здесь канистра только. Здесь лампочка. Ключа здесь нету, но здесь может быть рубиди где-то, противогаз. А, не, не надо мне противогаз. Выкини он нахер. У меня таблетки. Мертвая тишь. Образец газа из кощей комплекс. Я не знаю, нужен ли он мне. А образец газа вроде нету ничего здесь. Хорошо, закрываем эту, идем в следующую. Сейчас плашечки вставлю только. Вот, таблетки у меня еще 60 секунд, и еще одни есть, и мне хватит. Мне хватит абсолютно. Вот это у нас закрыто. Здесь у нас будет второй ключ. Давай сразу откроем, заберем, чтобы я не забыл. Второй ключ. Может и рубеди здесь тоже этот приклад, как говорится. Вот он, второй ключ. Второй ключ я забрал. Еще таблетосочки от радиации. ПП давай выкинем, возьмем. Вот, и я исследую по максимуму. Так говорится, нет, что-то не вижу я здесь, обычно за дверью. Все, закрываем, два ключа есть, в принципе, мы можем зайти в Кощей. Теперь, так, закрываем. Эту я закрыл, эту я исследовал. Теперь в эту зайдем. Отверточка. А возможно и нет. Еще саморез. Коктейль Молотова, это хорошо. Бронебойные патроны. Так, стоп. Не надо нам умирать. Бронебойные патроны мы с собой возьмем. ЗВБ есть. А уже брать некуда просто. Вот. Есть электрошокер. Ну, здесь я тоже не вижу. Закрываем. Возможно, где-то пропустили, а возможно, нету. Но осталась еще одна комната. Да, вот это осталось. Бронежилет. А я что, здесь был, что ли? Серная кислота. Кстати, это тоже все надо будет по квестам. Ящик с боеприпасами. Ой, как хочется взять все-таки, а? Электрошокер. Ладно, пожертвуем. Вот так. Это возьмем, а это... Вот. Так, а, вот он. Вот он. Кстати, вместо электрошокера возьмем. Это магазин. Вот этот вот рубиди. Вот. Потому что я, знаешь как, кому-то вынес, а себе не вынес. И ящик выносили несколько раз здесь. Поэтому я не знаю, что здесь исследовать. Но такие миссии, к сожалению. Открывай. Непонятно только, что значит войдите в Кощей комплекс и исследуйте химический завод. Я что-то не помню прям химический завод здесь. Химический завод это там, где темнота. Типа, я вот туда не хочу, к этому Кощею идти, я пойду сюда. Вот, и здесь спокойно дневник исследователя. Может, мне эти дневники исследователя надо собирать? Но это будет вообще грустно тогда, я не знаю. Я перестану выполнять квесты в ДМЗ, если мне надо будет. Так, радиация больше не нужна. Это же мы здесь, да. Здесь. И вот здесь, собственно говоря, эта дверь, я надеюсь. Во, а давай бронебойных поставлю сразу. Где саморез? Саморез возьмем. Вот. Чтоб бронебойные у меня были. Радиационная опасность. Так, поменять мне не надо ничего. Самореза, кстати, ни одного нету такого. Нажимаю. И ухожу. Вот сюда. Может, очки одеть сразу, как видно в них. Сразу лазер появился на РПК, которого не было. Ну, нахера ты их выкинул?
меня бронебойночка есть. Вот, надо подождать немного. Появится, не появится, не знаю. 13 минут сейчас такое время как раз. Вот, единственное, что не нравится. Пойдем на выход. Получится квест, не получится. Так, ранг повышен. Тихо, тут боты. Блин, и я бронебойночку. Бронебойночку потратил на ботов. Так, войдите в Кощей комплекс. Непонятно, что мне исследовать здесь надо, но если в Кощей комплекс, там где Кощей сидит, мина стоит. Короче, у меня брони здесь заканчивается. Значит, в следующий раз пойдем. А вы еще на лифт? Перезарядил? У меня плашечек нету, а с них не сыпется. Не, ну это жесть. Я пошел домой. Я домой пойду. Чего у вас так много тут? Алло. Понял. 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 Я понял. Короче, надо уезжать. Я понял, что мне к носорогу туда надо. Вы к лифту дадите мне добраться? Так, еще один. А, у меня есть пистолет, это я саморез потратил. Ну, давай восстанавливайся. Это жесть, что тут творится. Патронов нет. Короче, лифт вызываю. Ну его нахер. Ты посмотри, что тут. Они спавнятся бесконечно. Просто бесконечно. Да вы гоните! Какой день рождения? Да ладно! Блядь, чё ты сюда зашел? Чё ты сюда зашел? Вонючка ты, ёб твою налево. Это мой лифт. Хера себе, боты вообще охерели здесь. Ну что ж, друзья, союзнику я помог. Василиск, наконец-то, я добыл.
помогите союзнику. Василиск завершил, и в Кощей комплекс я, в принципе, войду, потому что ключики у меня остались. Мне надо только попасть на радиацию. Василиск уберу, это ценность. Вот, только попасть на радиацию и сразу пойти в Кощей комплекс. Вот, но это будет уже в следующем выпуске. С вами был, как всегда, Алекс. Мы чуть-чуть продвинулись по боевому пропуску, как ты видишь. И здесь тоже чуть-чуть продвинулись, вот, одно очко, и мы завершаем этот сектор. И у нас остается тут всего ничего, да, если этот завершили. Раз, два, три, четыре. Вот это тоже сектора. 5, 6, 7, 8. И 9 он сам по себе открывается. Пока-пока, до скорого. Увидимся.